Здравствуйте, дети. Я вижу, что мальчик меня боится. Здравствуйте, доктор-стоматолог. Сегодня мы пришли на регулярный осмотр зубов. Здравствуйте. А давайте перед приемом я вам расскажу одну интересную историю. В одной галактике, на одной планете жили-были зубы. Они были веселые, это были мальчики и девочки разных лет. Они не знали печали, пока не случилась беда. Их захватил злобный король Кариес. У него были помощники, сладости, которые вредили зубкам очень сильно. Чтобы победить этого злодея, с соседней планеты прибыл добрый доктор-стоматолог. И прибыл он с щетками и зубными пастами, чтобы навести чистоту. Нужно чистить зубки 2 раза в день. Один раз после завтрака и второй раз после последнего приема пищи на ночь. Это позволит эффективно устранить налет и предупредить развитие заболеваний полости рта. Движения, используемые при чистке зубов. Вперед-назад для чистки жевательных поверхностей. И вверх-вниз для чистки наружных и внутренних поверхностей. Чтобы не повредить десны, чистку нужно производить с легким нажимом. И вот на примере этого грязнульки я покажу, как зубная щетка удаляет с него налет. Видите? Он стал чистым. Чтобы между зубами не оставалось частичек пищи, нужно пользоваться зубной нитью. Это довольно простая процедура. Нужно провести аккуратно нить между зубами. И вот, частичек пищи не осталось. Теперь зубкам ничего не угрожает. Зубки, иногда вам надо показываться мне, доброму доктору-стоматологу. Я внимательно посмотрю вас. Если есть угроза, я смогу вовремя ее устранить. Полезные для зубов продукты укрепляют зубную эмаль, борются с зубным налетом и микроорганизмами в полости рта. К полезным продуктам можно отнести сыр, йогурт, молоко, мясо, овощи, фрукты, чай, орехи. Сладкие продукты и напитки являются худшей пищей для зубов. Конфеты, печенье, торты, пирожные и другие кондитерские изделия содержат большое количество сахара-рафинада, который остается на зубах до тех пор, пока не будет с них удален. Сладкие газированные напитки опять же вредны для наших зубов. Карамель и другие липкие конфеты вредны для зубов не только из-за содержащегося в них сахара, но и из-за того, что они прилипают к зубам и воздействуют на них длительное время. Злодей Кариес спустя некоторое время исчез. И больше его никто не видел с тех пор. Я понял, доктор-стоматолог, что нужно беречь свои зубы от кариеса. Я обещаю вам, что никогда не перестану следить за чисткой зубов и буду приходить на прием к стоматологу 2 раза в год.